На втором белорусском еще продолжалось затишье. Шел к закату короткий, последний декабрьский день. Сухарями в землянке хрустели голодные мыши, прибежавшие к нам из сожженных дотла деревень. Новый год третий раз я на фронте встречала. Показалось, конца не предвидится этой войне. Захотелось домой. Поняла, что смертельно устала. Виноваты затишье, совсем не до грусти в огне. Показалась могилой землянка в четыре наката. Умирала печурка. Под ватник забрался мороз. Тут влетели со смехом из родной разведки ребята. Почему ты одна? И чего ты повесила нос? Вышла с ними на волю, на злой ветерок из землянки. Посмотрел на небо, ракеты сгорела, звезда. Прогревая моторы, ревели немецкие танки. Иногда минометы палили незнамо куда. А когда с полутьмой я освоилась мало-помалу, позастыла, не веря. Пожарами освещена горделиво и скромно красавица елка стояла. И откуда взялась среди чистого поля она? Не игрушки на ней, а натертые гильзы блестели. Между банок с тушенкой трофейный висел шоколад. Рукавицу трогаю лапы, замерзшие ели, я сквозь слезы смотрю на сразу притихших ребят. Дорогие мои д'Артаньяны из родной разведки, я люблю вас и буду любить вас до смерти, всю жизнь. Я зарылась лицом в эти детством пропахшие ветки. Вдруг обал артналета и чья-то команда. Ложись! Контратака! Пробил санитарную сумку осколок. Я ментую ребят на взбесившемся черном снегу. Сколько было потом новогодних сверкающих елок. Их забыла, а эту забыть не могу.